Ну, это сезонное же, да, то Сейчас ремонт еще есть будет. связано в связи с тем, что идет накопление там и перед ремонтными работами, и повышение цены. Как всегда, возможно, будет понижение к осени. Все зависит от рынка внешнего и внутреннего, как всегда, на баррель, отсюда как бы и на ГСМ в целом.